Запарился настраивать этот свет. Что, сейчас что ли темно? Тут я прям весь пожелтевший. Так, развалился. А как я? Часы показывать буду. Какой сейчас трудный час. 18:18. 27 октября. Так, где-то пару выходных дней назад, именно с имеется с неделями, я приболел. Ну, обычная простуда, ничего такого. За выходные, в принципе, выздоровел. Всю неделю ходил на работу, нормально все было. А вот в минувшее воскресенье чувствую, что хреново. Ну, думаю, опять простуда, хотя такого еще не было, чтобы поболел, и через неделю опять заболел. Так, а потом... Черт, как на больную голову соображать так тяжело, блин. Короче, в понедельник я пришел на работу. Она там температуру мерит с утра и вечером. С утра у меня 36 было, вечером 35. Хотя чувство мне еще хуже вечером стало. Ну и вот вчера пришел уже домой, поставил курицу в духовку. Ну где-то с полчаса проходит, я чувствую, что-то не то. Ну, курица, когда в духовке готовится, она же запах-то жареного мясца с приправой, он же по всей квартире расходится. И запаха нету. Я думаю, что, духовка сломала, что ли? Захожу на кухню, открываю духовку. Я, блин, жаром обдает, запаха никакого не чувствую. Ну, я потом беру, у меня есть эти эфирные масла. Ванильное, банановое. Нюхаю их. Вообще ни хрена запаха не чувствую. А я помню, что один из симптомов коронавируса, это то, что перестаешь запахи чувствовать. Ну, начальству написал, что вот так и так. Приходить, не приходить. Сказали не приходить пока что. Сегодня, ну, сказал, что завтра уточнит. Завтра, в смысле, сегодня уже. Что мне дальше делать? Ну, и сказал, что с кадров сообщили, что либо отпуск вели, либо бесплатный отгул, либо больничный. Ну, что-то тратить отпуск на то, чтобы поболеть. И тратить дни просто, чтобы пересидеть, переждать. Но это как-то совсем неинтересно. Ну, съездил сегодня в больницу. Открыли больничный до 3 ноября. В принципе, болезнь терпимая. То есть состояние, как, знаете, как обычная простуда с одним лишь поганым отличием, то, что запахи нельзя нюхать. В смысле, нельзя чувствовать. В смысле, не можешь чувствовать. У меня... Так сказать, привязанность к запахам, я же чьи ароматы пью. Вообще даже чаем не пахнет. Запах как от воды, никакой. Вкус, кстати, тоже притупился. 3 таблетки сахарозаменителя обычно в чай кладу. Ощущение, будто положил половину таблетки. Или то, что эту кружку чая, такое ощущение, будто разбавили 3 кружками воды. Ну, вот это, пожалуй, самое поганое. А так, небольшой насморк, небольшая головная боль. Вот сейчас кашлянул, все в затылок отдало болью. Это, в принципе, терпимо. Но рисковать я не стал. Там говорят, за умышленное распространение коронавирусной инфекции предусмотрена вроде как уголовная ответственность. Там нафиг все эти риски. Буду сейчас отлеживаться дома, выздоравливать. А, ну, единственное, что сегодня сходил в флюорографию, сдал, потому что требование врача было. Купил лекарство, антибиотик, ингавирин. Цена у него, конечно, звездец. 800 рублей. Всего вот за эти вот пилюлечки. Я уже жалею, что я не стал фармацевтом. Периодически такие накатывают боль со слабостью. То раз отпускает. В принципе, реально ощущение, как от обычной простуды. Так, что еще хотел рассказать? А, ну завтра еще схожу, сдам анализ кала, крови. И дальше доктор скажет, что делать. Но пока постараюсь лишний раз не высовываться. Будем соблюдать
карантиновые меры, соблюдать самоизоляцию, так сказать. Но вообще это странно, как я мог подцепить коронавирус, если что позапрошлое, что позапрошлые выходные, я все равно дома проводил их. Никуда не выбирался. Единственное, что ходил в магазин только, и все. То есть вероятность была подцепить какую-либо заразу просто крайне мала. Но тем не менее подцепил что-то. А, еще момент. С утра, короче, просыпаюсь. Ну, обычно чувствую уже этот... у меня же рядом кружка чая. Чай пью, как, тоже как вода. И в ноздри чую такое вот... при каждом вдохе ощущение, как вот, знаете, вот это... болячь, когда сдираешь с кожи, это вот мясо остается. Не в прямом смысле мясо, а в смысле нижний слой кожи чувствительный. И он гореть начинает просто вот, вот жаром. Да. Вот прямо вот в ноздре. Чуть ли не до глаза такое ощущение было. И там как будто все сухое-сухое. Взял, включил увлажнитель воздуха, подышал паром немного. Вроде отпустило немного. В правую ноздрю сегодня, когда она была свободной, что-то вдыхаю, и прям такая боль, как будто по носу ударили. Ну, все-таки вот это, если это действительно коронавирусная инфекция, пожалуй, да, она отличается. Сколько я болел, а болею я каждый год, у меня простуда бывает в зимнее время. Всегда вот, вот оно одинаково. Небольшой насморк, небольшая головная боль, может там чуть-чуть температура, кашель там. Но запах я всегда чувствовал. Притупленно, может, но чувствовал. Что чая, что меда там, что, извиняюсь, когда в сортир ходил, тоже все это чувствовалось. Сейчас ни хрена не чувствую. Так, если мне совсем хреново не будет, попробую еще видосы помонтировать. Сейчас пойду, наверное, отлежусь, что-то мне под вечер опять не очень хорошо стало. Давайте, не болейте.